4! Короче, друзья, Саня сказал, и, как говорится, Саня сделал, мы идем сейчас на трибуну Б. Оп. Скажи мне, на Ахмате получится у тебя к нам заглянуть на Давай, давай. Давай, забили по рукам. Да. Как автограф-сессия прошла? Было тяжело, но я очень рад, что очень много людей пришло. Друзья, короче, мы сейчас находимся на передаче «12 игрок». Парни, всем привет! Наконец-то Серега и Василий у меня в гостях. Я трое, я думаю, будут такие моменты. Да, да. Я просто помолчу. Кроме Жени Нагата, кто принимал участие? А вот здесь прям мурашки, вот, особенно когда... Боже, Спартак, это вообще... Сегодня у нас автограф-сессия Саши Селихова в офисе «Фратрии». Видел, сколько народу стоит? Да. Это только здесь, там я вообще... Я думаю, сначала за билеты. С удовольствием уделю мне время, внимание. Ну, я думаю, по-другому никак сегодня. Скажи, как твое здоровье? Здоровье хорошо. Я вижу, уже там крутишь велосипеды, да, как-то у тебя уже... Ну да, уже такое, интересно. Уже больше, на самом деле, футбольного поля появляется в моих тренировках. Ногами уже играешь или еще нет? Ну да, ну тихонько. Силу не прикладываю, потому что силу еще рано. Ребят, все пишите в комментариях Саше Селиху, так скажем, слова поддержки, потому что это все не ценят. Они нам сами говорят о том, что им это важно. Согласись, это очень классно, это, да, влияет. Это подбадривает. Мы тебе тоже желаем здоровья, Сань. Мы расписываем мячик. Рассказов, Ломовицкий, Максименко. Потом мы этот мяч будем разыгрывать среди наших подписчиков. Сейчас мы вам откроем небольшой секрет. Мы с Сашей уже давно, в принципе, разговаривали на эту тему. Мы хотим Сашу вытащить на нашу фанатскую трибуну. Хотя бы минут на 15, чтобы... Давай вместе шизить. Давай вместе гудеть, шизить, да. Спартак Москва. Скажи мне, на Ахмате получится у тебя к нам заглянуть на гонку? Давай, давай. Давай, забили по рукам? Да. Все, тогда мы тебя встретим на стадионе. С парнями погудишь, я думаю, все будет знатно. Желаем тебе сегодня выдержки, самое главное, чтобы все успели получить автограф с тобой, сфоткаться. Давай, братан. Спасибо. Все. Договорились. Ждем на Ахмате. Серехом до этого встречались где-то, нет? Нет, нет, нет. Первый раз? Желаю трибуне, чтобы дальше так же успешно и красиво поддерживали, чтобы был классный перформанс. Гриш, здорово. Здрасте. Дневник фанат смотришь? Конечно. Ты мне расскажи, у твоего друга день рождения, ты ему подписал, да, эту историю? Да. Ну что, да, скажи, братишка, поздравляю тебя. Федь, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья и чтобы просто взорвал все стадионы абсолютно всех клубов. Что за Федя, Федук, что ли? Федук Ван Лав, нет, это не тот. Ну что, мы добрались до конца очереди. Она начинается от эскалатора. Наверное, скоро уже на эскалаторе люди будут. И что за автографы? Джики и Ещенко. А у тебя? Ушаков, Ребров, Гаврилов и Ещенко. Как давно стоите? Уже час стоим. Уже час? Да. Успеете, как думаете? Конечно, успеем. Что будете подписывать? Прямо на футболке? Нет, шарф чемпионский. Чемпионский шарф. Что у нас в самом разгаре автограф-сессии Александра Селихова? Мы подписали свой мяч, который готовим для вас. Друзья, как только он будет полностью подписан, пока что здесь 4 автографа, мы обязательно его разыграем, все делаем для вас, ну а вы смотрите дальше наш выпуск. Они хотя бы честные. Сейчас микрофон включу. Друзья, короче, мы сейчас находимся на передаче «12 игрок». Сейчас вот мы уже пообщались почти. Сейчас покажу. Посмотрите, мы ссылку оставим. И кто бы мог подумать еще, наверное, полгода назад, да, что вы у нас будете в гостях. Однако вот, пожалуйста, ничего не бывает. Я позвонил Женьке Нагату, нашему брату, вы все его прекрасно помните. Я говорю, Жень, типа, как ты на эту тему смотришь? Женька у нас такой творческий был человек. Я трое, я думаю, будут такие моменты. Я просто помолчу. Кроме Жени Нагата, кто принимал участие у вас в редактуре вашего проекта? А далее, ну, вся эта история согласовывалась, так скажем. Мы дневник фаната, и мы показываем, как живет фанатизм спартаковский. Ну, давай поговорим о Паше. Было такое, да. На самом деле все было здорово. Действительно, парни, блин, угарно. Я желаю всего наилучшего их проекту. Действительно, самый популярный проект фанатский. Пусть будет, и пусть действительно парни вас радуют и рассказывают то, что есть на секторе. А вы, в свою очередь, смотрите передачи Макса, потому что он реально... Мы сейчас посмотрите, чтобы вы видели, как это все выглядит. Снимали, у парней тут все очень серьезно. Светы, вспышки, компы, программка, петлички,
Что-то вот, плазма висит. Вообще они какой-то бар себе построили. Очень крутой. Второй этаж отбили. Брудер называется, да. Поэтому мы снимаем вот так вот, как сейчас, просто на одну камеру. А парни реально вкладывают свои силы, поэтому поддержите их, там, подпишитесь, поставьте лайки. Там, лучше деньгами. Да. Вы собираете бабки? Да. А мы не собираем. Нам тоже забросить там. Вась, карту свою оставишь, ладно? Номер телефона, ребят. Ну, только сначала мою. Сначала короче, мою. Нам тоже что-нибудь сбросить, чтобы хотя бы, может, новую, ладно, не сбрасывайте. Пожалуйста, не бойтесь мяча, бля. Берите его, кидайтесь на него, прыгайте, бля. Не жалейте его ничего, бля. От одного отскочил мяч, он не побежал. Другой, бля. Не надо бояться. Бегунки есть, все есть. Взяли, поперли вперед, бля. Давай, 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 давай. Честно говоря, только вот один кадр успел снять, потому что сейчас уже лечу на стадион. Сейчас встретимся с Васей. Сегодня будет один прикольный сюрприз для вас, который вы, наверное, уже увидели. Короче, поперли. Я знаю, здесь мое место. На этой трибуне, рядом с тобой. Готов мой клуб. Боже, чемпион страны. Короче, друзья, Саня сказал, и, как говорится, Саня сделал. Мы идем сейчас на трибуну Б. В сессии прошла. Было тяжело, но... Ты справился, да? Да, я очень рад, что очень много людей пришло. Я даже, если честно, не ожидал. Ты можешь всем респект высказать, пожалуйста? Всем большое спасибо, кто пришел, поддержал меня. Там много было слов поддержки моей травмы, было сказано. Мне это очень приятно и добавляет много положительных эмоций и сил. Не, кстати, вы грамотно делаете очень сильно. Слышали? Это Саня сказал, поэтому... Все, мы уже заходим на вышку. Еще даже Саню вообще никто не палит, короче. Но сейчас будет бомба. Че, ребят, готовы шестить? 3, 4! Боже, Спартак, я не знаю! Брат, честно, как исповедовался, ощущение вообще, ну, адреналинчик такой хороший. Я обещал, ты сделал, вопросов вообще никаких. Я думаю, больше не... Пацан сказал, пацан сделал. Нет, на самом деле, спасибо вам. Когда играешь, так не чувствуешь. Когда ты играешь, ты сконцентрирован на игре, ты все это время следишь, а вот здесь прям мурашки, вот, особенно когда... Боже, Спартак, это вообще... Да, мурашки. Ничего добавить не смогу, дай 5 просто, ты молодец. Да? Давай. Ребят, если тема зашла, ставьте лайки, да, Саня? Конечно, подписывайтесь на его инстаграм, на наш канал. На мой не нужно, на ваш. В общем, будем вас радовать.